Здравствуйте! Что может быть хуже зимой, чем разряженный аккумулятор? Будьте готовы к такой ситуации и держите под рукой пусковое устройство. Например, Telvin SpeedStar 1212. Устройство имеет небольшие габариты, но легко поместится под сидушку. Об утечке кислоты не беспокойтесь. Встроенный аккумулятор емкостью в 17 ампер-часа герметичен, так что хранить его можно в любом положении. Подходит для запуска легковых автомобилей, фургонов, грузовиков, моторных лодок, сельскохозяйственных машин, генераторов. В общем, для всего, где используется 12-вольтный источник питания. Устройство оборудовано удобной ручкой, имеет два зажима в комплекте и световой индикатор заряда аккумулятора. Кстати, заряжать аккумулятор можно как от сети 220 вольт, так и от 12-вольтного источника питания. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.